обычно мой сериальчик начинается с того, что я иду где-то или хожу, хотя нет. Сегодня вечер. Кстати, начинается все с вечера. Я иду через дорогу, не по переходу. У меня в руках всякие коробочки. Я без них жить не могу. Сейчас иду в офис стримить. Завтра у меня фотосессия. И я, наверное, на фотосессии завтра покажу кое-что. Вообще темнота. Возможно, еще что-то будет завтра, кстати. Планов никаких нету, как обычно, в воскресенье. Пойдем проверять машину. У нас, как обычно, мусор с собой. И это так, коридор опять. Криса, салам алейкум. Пошла в жопу. Привет. Приехал я на съемку. Сейчас надо посмотреть, у меня все заряжено или нет. Так, тут все заряжено. Тут уж тем более. А, хотя заряжено. Это понятно все, это понятно все. Короче, погнали. Чуть не забыл вас зад собой. Одной съемкой я разделался, а теперь я еду на другую съемку. Туман. Как раз погода похожа на ту, которая мне нужна для сделать то, чтобы... Теперь на улице, не в студии. Погода идеальная. Туман чуть-чуть, пасмурно. ЧБ будет идеальное. Машина себя ведет очень плохо по-прежнему, держу в курсе. Эй, еще спать хочу. Приехали мы на съемочку. Очень холодно. Трамвайчики начали ходить. Поехали на трени. Покажи, какой должен быть тренер. Ты меня снимаешь? Вот какой должен быть тренер. Вот какой должен быть тренер. Вот так можно вести. Вот. Она слишком маленькая. Она маленькая? Какой должен быть? Я тебе хотел показать. Вот такие двигуля, да. Вот тренер. Вот тренер. Там еще одна, блядь, но она не в форме. Сейчас Витал придет, мы покажем, какой должен быть тренер. This game.
На трубе вы? На трубе? Это чё, чай? Пацанам туда-сюда сделай. Туда-сюда, салам, бичилка. Закончил я две съемки сегодня. Одна в студии, другая на улице. Очень холодно. В студии не холодно, на улице холодно. Снимать параллельно процесс невозможно, потому что и этот процесс снимать очень трудно. Прямо очень холодно. Сейчас иду в Магнит за конфетами. Здоровьте, пацаны, девчата. Ехал я, короче, в барбершоп. Поехал в барбершоп. Вот, посмотрите, какой я сегодня красивый. Но сейчас я буду еще красивее.
Так, что мы делаем? Первая стадия завершена. Поехали дальше. Пару слов сделай. Вот эти. Понятно, толчок. Я же говорю, Витал, черт. О, Витал не черт. Сделай пацанам пару слов туда-сюда. Туда-сюда. Время? Два сорок пять.